Так, здорово, Макс. Здорово. Привет. Да, не стесняйся, все нормально. Рассказывай, кто ты, как тебя зовут? Здрасте, меня зовут Даниэль. Да, ты хотел сфоткаться со мной давно? Это для ютубчика мы поднимем, блядь. Кепка у тебя, блядь, солидная, пиздец. Сколько тебе килограмм? Бля, такой кабан здоровый. Да я на массе просто. На массе ты, блядь. Марик. Давай с тобой подеремся. Марик, кто бы говорил? Давай фоточку, доставай свой телефон. Давай. Фоточку. Давай на свой телефон сфотографируй, мне кажется, блин. Сегодня у меня день фотографий. Сегодня со мной уже человек 10 фоткал. Это твой ярый фанат. Да? Все, Даниэль, давай пятюню. Красава. Сколько тебе лет? 12. 12, я понял. Все, друзья, вот такая вот темка. Сегодня уже раз 10 точно фоткались со мной за день. Получается... Бля, получается, я популярный, ёпты, бля. Да, Влад? Да. Макс, да, да или нет? Ну да. Даниэль, точно? Все. Да. Погнали. Короче, сейчас будут съемки, видео. Так, Владик, блядь, наш оператор. Я, пожалуй, пройду вот сюда. Оттуда где-то бежи в машине. Понял? На панике. Да. А типа я отсюда бегу, да? Ну типа да, и давай по кругу. Я? Нет, я тебе сейчас докажу. Так, сейчас мы эту тупую суку оденем. Тупая сука, насколько тупая! Я в кадрине желудок купаю! Как там дальше? Вот, Влад, смотри, сынок. Это бардачок, это открывается вот эта часть. Я понял. Левая. Правая, это вот это. Тут телефон, спецсвязь, нахуй, вся хуйня. Вызываешь президента, СБУ, полиция. Это телефон ФСБ. Чисто для них работает. ФСБ да. Не, ФСБ это Russia, а мы Ukrainian. Ukrainian gangster. Влад, башку убери. Нормально, я канаю на суку. Отлично. Ой, бля, увези меня, ёб твою мать, бля, поедем гулять, коньяк, виски, шампанский пить, бля. Башку убери. Так, ну что, поехали? А что там я, типа, а, вон сука стоит, давай угорнем с него, да, типа? Да, да, да. Готов? Как-то прикольненько сними. Типа, ха-ха, вон сука стоит, давай. Давай вот так вот, так свет. Ха-ха, вон сука стоит, давай угорнем с него. Девочки, как вы ходите с этими волосами? Жарко, я уже, блядь, 2 минуты посидел, просто истекаю потом, ёптай. Дай бог вам здоровья. Все, поехали. Можете блондинку одеть? Ну себя сейчас садите в блондинку. Рыжая нравится больше. Так, тут сидит человек, его не видно должно быть, якобы. Значит, так. Значит, вот так. Да? Да. Типа... Вон шлюха стоит, давай угорнем с ним. А минус в том, что шлюха, я буду сниматься. Сильно близко. Мне кажется, что нормально, дальше я не смогу. Машку убью. Это что, да. А это? Вон шлюха стоит, давай угорнем с ним. Мне кажется, это передний. Стоит, давай, угорнем с ним. Шлюшка. Снимаем видос номер 3. Номер 3. Парик злой, как собака. Я должен садиться в машину. Плашка будет, типа, я не поверю, что я один такой. Я сажусь, такой, закрываю двери и беру такой ремень, типа, хочу по-быстрому пристегнуться. И такой, а не получится. Потом такой... И все, и видео заканчивается. И этот мент идет. Понял? Да. Без мента сейчас. А. Пошел вон, я не сошла с ума, пошел вон. Блять, проебал, надо было дернуть сразу. А ракурс покажи. Нормально так видно? Да. Все, я сажусь. Я начал видеть. Штаны подправь. Да зачем ты ляпнул? Я поляха сейчас буду. Да. Я уже учился правда. Есть? Готов? Да. Нет, это нормальное замечание по поводу штанов было. Готов, все, есть, да, я сажусь. Да, все.
типа все. Это на Жизу видео. Раз. Замечание по поводу штанов было. Готов, все, есть, да, я слышу. Взял велик у Даниэля, у подписчика. Катаемся, бля. По парку здесь у нас. Я уже забыл, что такое велик. Что, только на машине любишь кататься? На велике еще не налялся бы, накатался. Дубль номер 18. Влад не может снять нормально. Просто с этой стороны немного лучше. Давай еще. О! 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 Лучше. А че? Не, не о. Пол ебало. Нужно вот так вот, да? Марик Продакшн работает сутками. Снимаем ролики везде. На, в парке, блядь, где, мира, где угодно, блядь. В жопе мира, на нефтебазе. С мусорами, без мусоров. Все снимаем, монтируем на ходу, выкладываем сразу, набираем миллионы просмотров. Все делаем, грязь, все, выключай камеру. Я, блядь, заебался, пиздец. Добрый номер два. Ладик, не ворочай. Шляпа кадры какие-то, ну просто шляпа. Сегодня сняли 4 ролика. Это Марик ты... собрал своих гусей и будет все-таки продолжать снимать влоги. Камера есть. Какого хрена, блядь, я не снимал, я не знаю. Ну, не хотел. Мало времени, не хотел, не хватало мотивации. Чего мне не хватало, я не знаю, но нужно снимать. Блин, мне это нравится и как бы... А что я не снимал, потому что мразь я, блядь. Едем покупать сыр. Для видео кусок сыра нам нужно такого мягенького, чтобы так в лицо только ляпс. Магаз ближайший. Подъезжаем уже к площади. А где магаз ближайший у нас? Таврия? А тебя закрыли. Таврия? Таврия, там уже сыр как раз вот этот, который пластинка. Его же не везде и найдешь этот сыр. Марик продакшн, куда мы идем? Так, короче, друзья, здесь, на этом месте, показываю место, вот у меня. На этом месте я приехал сюда выкинуть шкурки от бананов и, короче, что это Red Bull. И Red Bull. Это не реклама. Кстати, я писал на официальный сайт Red Bull, писал, типа, давайте я вам рекламу сделаю. Они мне ответили, говорят, Макс, давай не выкинь, пожалуйста. Они мне говорят, вон урна. Они мне говорят, типа, у вас контент не соответствует нашим понятиям, короче. И если у вас требованиям. А как вы видите ваше сотрудничество? Напишите нам на типа нам на официальную почту. Закрывай багаж. И короче, я ничего им не писал. А сейчас. А начал с чего я рассказ? А рассказ я начал с того, что на этом месте мы с Вовчиком, с другом моим, год назад приехали снимать ролик про то, как я ворую колесо на Мерседесе. Так как у меня тогда не было ни штатива, ничего, у нас ничего не получилось снять. Получилась шляпа, и мы пошли снимать туда ролик про тещу, который хайпанул, который набрал просмотров, с которого все началось, все мое серьезное движение с ТикТоком. Вот такая вот хрень. И снимали мы его вот там на перроне. За 5 минут сняли, я говорю, бля, ну раз тут ничего не получается, пойдем тогда снимем ролик вот этот про тещу. И, короче, мы его сняли, и он хайпанул и набрал просмотров, и принес Марику первую аудиторию. Вот такая вот история, вот такая вот история. Влад, ты снимаешь как-то, блядь, руки руками дрожащими. Маски одели, быстро все. Кассу берем, да. И уходим. Да. Салам, всем салам, я кричу. Здесь видеосъемка запрещена. Камеру вырубай. Нам похуй, блядь. Я хочу сыра. Вот он. Не-не, все, девушка, вот он. Спасибо. Вот он. Так, пацаны. Берем самый бомжатский здесь за 44 гривны. Так, получается, берем, что еще берем? Может, да, ну бери уже какую-то пачку сосисок, сейчас сожрем, бля. Это 8,60, это мне. Это что, 8,60 пачка? Да. А что там внутри? Собаки, блядь, или что? Кошатина.
Не знаю, что-то странно какие-то цены. Просто... Не может быть вот там 860. Какая-то. Вот, держи. Смотри, вот обойма целая. Обойму. Обойму, сыр и кусок хлеба. Нельзя, чтобы были обойму. Что, блядь, зря видос только с сыром будет бросаться. Мы с ним, мы им побросаемся этим сыром. Ну, и а потом, блядь, сожрем. Пошли за хлебом. А это человек, ну, то есть я, которого будет кидаться сыром. Может, и меня. Может, и в него, я не знаю. Давай, лучше меня. Вообще уже. Я ж типа устал. Ну, потому что прошли кушать, я устал. Хлеб. Вон, Марик, алкоголь фу. Да, алкоголь фу, друзья, не пейте эту шляпу, ибо я приду за вами потом. Возьму Данила Степанова, и мы придем, блядь, вас душить, тех, кто квасит сутками. Ты Red Bull будешь себе брать? Делись пол. Марик, там какой-то синий Red Bull. Делись пол. Я Red Bull не хочу, это все. Все, уже передумал. Ты такой пробовал на Red Bull синий? Я хочу хлеб. Red Bull синий, голубой? Да. Это без сахара. Бери этот батон. Этот? Да, он хрустящий. Бери. Жаль, молодцы. Вместо пойдем. Корзины. Вместо корзины яшки. Все, Макс, держи, оплатишь. Мы пошли в машину. Короче, взяли сыр, колбасу, то есть сосиски и хлебушек. Сейчас поедем снимать видосы, а потом жрать весь этот инвентарь, который мы взяли для съемок. На кассе сейчас все оплачиваем и едем снимать. 5 роликов засняли. 5 роликов, ну что? И это еще не конец. Еще будем? Конечно, ёпта, бля. Вас не смущает, что это шкурка? Шкурка? Нахую у тебя? А то, блядь. Оболочка. Целлофан, блядь. Оболочка. Куда целлофан это делать? Вот так, я как шеф-повар делаю. Опа. Опа. Как мне наебало, да? Я такой, иди сюда. Его веду, он камера, я беру сыр, подхожу и... В конце это типа... Что такое? Типа как-то... И все, и видео закончится. Давай опустим стекло, чтобы меня не было, чтобы нас не было видно, то есть меня. Это стекло. Друзья, сейчас будем поднимать настроение всем и каждому. У нас тут кровенький пикничок, Макс за пультами снимает YouTube. А вот, там. Спит? Спит. Мы сейчас угорнем немного с него. Салам алейкум, бля! Нахер в глаза кидать, больно! Ай! Нормально получилось? На, держи, блин, глаза! Еще раз? Кин. Марик, блин, я аж прозрел из-за тебя! Там спит. Мы сейчас угорнем немного с него. Блядь, ну чего он ржал этот хуй, ты не скажешь? Да потому что ты мне прям глаз захуял. Да до этого! Ты да. Смеялся, сука! Давай я. Лежать нахуй, быстро! Слушай, давай я. Еще раз. Вот этот вот сыр сейчас будете жрать нахуй. Слушай, давай я сейчас, я блядь. Я сыр не ем. Не ебёт. Ничего, заешь. Проснулся. Сейчас мы ебанем. Че, Вадик, проснулся? Прозрел. Да! А за ним копы и полиция попался! А-а-а!